Ищешь крутые гайды по Dota 2, а также видео обучающие уроки? Тогда тебе на каналчик Game City. Там ты найдешь все, что тебе нужно. Заходи, кликай и подписывайся. Ссылочку найдешь в описании. Добрый день всем зрителям, с вами FloyMix, а также все представители, которые будут помогать мне в ограблениях. Назар, как всегда. Как всегда, Назар. И новенький Мокасин Голд. Ну, Мокасин Голд у нас заменяет Октипокти, который решил расплавиться. Но... Ой, оператор, здорово, блядь! Здорово, чувак, что за канал-то, Ну и как же без Ванька, без Вани, без Мордвина? Ой, оператор, здорово, блядь! Здорово, чувак, что за канал-то, Давай, Вань, свое фирменное! Ой, оператор, здорово, Привет! Ладно, так, вот она... Да. Настал тот час, настал тот миг, когда, ну... Пришло время выполнить второе ограбление. Мне уже Лестер, в принципе, кинул приглашение. Давай-ка, давай тогда, Назар, гони к Эклипстаун Тауэрс. Давай, там... я поставлю метку. Давай, я тебе сейчас поставлю метку. Тогда уже там и начнем. Ну смотри, я честно не знаю, что там будет. Наверное, мне кажется, будет долгожданное. Это все равно подготовительное задание. А само ограбление... Я знаю, что там будет. Не рассказывай, что там будет. Не, я не буду рассказывать. Ну вот и не надо. Мы сами все увидим. Ну все, это будет интересно, я думаю. Но я думаю, он нам рассказывает, что почем, что как. Окей. Мне, я, кстати, увидел, что можно ли вообще долю, ну, где-то, главарю, решать, кому какую долю, сколько? Да, можно. Да. Можно? Да. А как? Я только главарю. А как решать? Вот этим 20. А ты там после, когда ограбление будет уже само, то ты будешь ставить доля, как кому какая. Ну когда само ограбление будет. Но я главарь. Ну поставь себе по 25. Окей. Мы получим по 125 тысяч. А можно сделать, например, кстати, вот я в конце прошлой серии купил прикольный лансер. Кстати, задом он, кстати, на лансер не похож, а вот передом похож. Да, очень. Вот передом очень похож, а задом они сделали его какой-то другой. У него зад дерзкий, а здесь зад, кстати, получился примерно как у полицейского автомобиля. О, да, ничего такое. Я, кстати, его представлял более интереснее. Хотя, блин, если честно, как-то бронированный выглядит, по-моему, красивее, да? Ну, немного, но да. Или, может быть, то, что он не прокачанный, он такой? Ну, короче, он вот такой вот примерно, понимаешь, да, вот такой. Ну, да, я понял. Вот такой он, да? Вот такой. Вот такой. Вот такой. Хай, Гитлер. Ник, приглашай, давай. Да, сейчас мы начинаем. Пошли, мой мистер друг. Иди сюда. О, чмо, смотрите, чмо. Я к тебе в дом пошел. А как ты ко мне в дом зашел? Нет, приглашаюсь. Да, погодите, мы еще не зашли. А что я не могу зайти? А, вот. Короче, пока я не опустил палец вниз, мне нельзя было зайти в свои апартаменты. О, вот наконец-то у меня появился тот галстук. Даже не знаю, если уж первое ограбление было эпичное, то что будет от второго, этот, иди отсюда. Я короче, знаешь, я первое ограбление, я не понимаю, как его пройти. Не знаю. Я, короче, как не зажимаю,
Прям легонечко-легонечко, у меня все равно джойстик вибрирует, и все перегреваются. О, у меня такая же фигня, мы когда серию начинали, именно вот когда дрелью я ломал, вот был просто пипец какой-то, мы минут 10 не могли разобраться, но потом разобрались, когда Назар стрельнул в обычного жителя, да? Да-да. Погнали, что-то мне уже приглашение шлют. Так, все, тихо. Побег из тюрьмы, расходы на подготовку 40 тысяч, какого хрена? Все, до свидания. Ладно, погнали. Вань, а ты не знаешь, мне эти деньги окупятся? Да. Ну тогда окей. Тебе же дадут 125 тысяч. Не надо говорить, сколько мне там дадут. О, побег из тюрьмы. Так, ребят, я не могу вас пригласить? Или могу? Сейчас, погоди. А, вот, заходите. 228. Когда ты присоединишься на нашу банду? А? Назар. Присоединюсь. Когда-нибудь. Заходи, Ваня и Макасин, заходите быстрее. Ты меня не приглашал. Я тебя пригласил. Пригласил. Сейчас я быстренько влетел. А, ты чё Игорь пригласил? Зачем? Блин. Ну, если что, выгоним их. Блин, давай быстрее, Вань, понимаешь, серию как бы записываем. Пока ребята заходим, мы можем обсудить тапочки Назара. Как... У меня нет. С белыми носками, самое главное. А ты чё, это Вань, Вань, блин. Это сразу видно, что ты русский мужик. Только русские мужики идут на пляж. Деревенские. Деревенские или русские мужики в Турцию идут на пляж. С тапочками и носками. О, Ваня, ты в нашей банде? Меня это радует. Блин, меня... Меня твоего приглашает. Он меня тоже достал уже приглашать. Так, Макасин, да, заходи уже. Ну, Макасин, а он его, кстати, не в тусовке. Его, кстати, не в тусовке, что-то нигде его нет. Одного Макасина ждем. Как тебе, Ваня, твои штаны? Чё? Как тебе твои штаны? Нормальные. Бабские. Бабские. Не умеешь ты персонаж создавать? Итак, мы нашли одного чувака, который смог заменить и того же Макасина, который тоже куда-то свалил. Здорово, чувак, что за канал-то? Ну, в общем, да, ну, слился, да, будем называть, что вообще слился. Ужасно. Вообще просто ужасно, просто чувак действительно подставил, да? Как не стыдно, да? Ну, все-таки нашли, и все хорошо. Да, Тревор, кстати, проверенная игрока почти все из нашей банды. Ну что, я думаю, начинаем. Вань, ты здесь? Да. Я, кстати, знаешь, что заметил в своих видео? Что я часто называю твое имя. Ну давай уже начинаем. А, вот запуск сессии. Все, запуск сессии. Но вы же понимаете, кто главарь-то? Ну ладно, ладно. Все равно ты разделишь. О, авторитет, я еще один приз получил. Прикольно. Все. Ачивка! А я же его знаю, это же, по-моему, этот, как его. Хотя нет, я его не знаю. Похоже на того чувака, который снимает видео какие-то. Под чем зашел? Тут есть потока. Что-то еще входят ребят какие-то. Это мы. А, это вы, ребят? Заходите. О, что грузится? О, пацанчики. Гапари. Гапари пришли, пацанчики, пацаны. Так, все будем выполнять по очереди, слышите меня? Да. Чтоб лям дали. Чё-то прям на русском. Это, по-моему, это русский вообще. Но у меня звук не включен. Я могу сейчас попробовать включить, послушать.
Нет, просто понимаешь, и имя, и фамилия просто русские. Что-то там сказали насчет, он реально русский. Окти, Окти, мне Окти написал. Нашел. Уже поздно, просрал свой момент. Так, давайте реально послушаем. Ну ладно, тогда уже следующий... Тогда следующая подготовка уже с ним будет. Тревор стоит там в черном костюме с красными глазами. Да, он всегда рядом со мной стоит, потому что мы с ним хорошие дружбаны. Окей, 4 варианта. Need a standard Bolingbrook transport vehicle. The least traffic is on the route from Lido Bay. All right, that's where you're going to be able to get a hold of one. You can get a hard copy of the inmate transit schedule at the LSPD's Mission Row station. Go in unarmed. Мы типа можем взять любой вариант, что ли, или что? Да. Там три варианта. Какой-то такие глаза красные. Окей. Mr. Kress said you guys are at least semi-competent, so, well, Professor Reshkovsky pays well. Вань, ты чё так деньгами чё-то тебя запахло или козявками? Так, ну давай какой-нибудь выбирай. Не знаю даже. Нам самолёт. А нам по очереди это надо делать или чё, это не понял? Нет, это одно из этих надо выбрать. Повекостью на автобус. А-а-а, чёрт. Мне... Окти звонит. Добавьте его кто-нибудь в тусовку. Итак, тут к нам присоединился очень важный человек, про которого мы сказали очень много добрых слов в начале серии. Кто это? Конечно же я. Ты, бля, Окти. Ладно, подожди, мы уже без тебя начали, просрал свой момент. Ну, короче, я думаю, первый вариант будет аналогичным и приемлемым. Да, как думаешь, Вань, неплохой выбор? Ты о чем? Слушай, а я могу сейчас выгнать Тревора и пригласить тебя? Не знаю. Ты сейчас уже в GTA Online или как? Да, я уже зашел. Слушай, а если сейчас Тревор выйдет? А Тревор, он с вами играет, да? Он там... понятно, он с вами играет. Ну, короче, давай, жди. Походу, выгнать никого нельзя. Ну ладно, подождем. Запуск сессии. Так, все, ребят, все готовы. Ох, ты как... Я пилот, что ли? Эй. Кубинец? Кубинец какой-то. Хрень какая-то. Маска нужна хорошая и приемлемая. Вы же понимаете, что маска должна быть словно как носок. Чистая и аккуратный. Так. Что, здесь ничего интересного нету? А где пакетики? Я что-то понять не могу. Ребят, тут, короче, подготовительное задание кидает Филиппин 2.8. А-за-за. Давай, кто там еще не готов? Все, я готов. Не знаю, что взять, какую машину. Возьму султанчик свой. Все, я готов. Угу. А кто не готов-то? Только Ваня не готов. Ваня, ну ты что? Подводишь. Ну что, пацаны, я надеюсь, вы понимаете, что здесь нужны серьезные дела. Здесь серьезное говно. Понимаете, да? Ну это каждую серию уже говоришь. Я говорю, уважать... О, кто-нибудь, сядьте в мою дрифтовую тачку, пожалуйста. Уважать нельзя. Вань! Аккуратненько! Твоя? О, ты... Да. Ага. Бэпан специально поставил? Или как? Я, если тачку покупаю, то на него автоматом ставится. Прикольно. От банды. Ну тебе наша банда-то нравится? Да мне без разницы. Погоди! По-моему, все так говорят, то, что им без разницы. Слышь, Вань, подойди мне, пожалуйста, мне... Ты тут пил.
Короче, давайте, кто последний, тот, блин, кто будет тот, кто последний? Пошёл в жопу, у меня дрифтовая тачка, я специально сделал для дрифта. А я нечаянно выбрал. Между прочим, Вань, мой султан твою догоняет. Потому что это не супер быстрая тачка. А у меня нормально. Султан, кстати, нормально. Нормальный автомобиль. Ладно. Окс, ты там музыку не включай, потому что авторские права, слышишь? Да. Так, надо сразу выключить тогда. А мне кажется, или это уже сейчас будет побег? Потому что, ну, что-то не похоже на подготовку. Мы сейчас едем, короче, увидишь. А когда первую подготовку пройдем и вторую начнем, можно поменять игроков? Да. До ограбления можно менять. Ну, тогда поменяю. Но вы имеете в виду, что я всегда главарь? Ребят, ну вот его у меня забрали, реально. У меня так подсинивали. Возьми какой-нибудь другой. Городской. Ну, в смысле, не вали в том смысле, то, что по скорости, а если... Никитич, я сейчас тут там сколько берет? 90 написано. У меня так же. Ну вот сейчас 90. Но это у меня не на полную он разогнался. Сейчас 95 уже. А блин, я кажется не в вашей сессии вообще. Я сейчас да. Соточку еду. Слышишь? Ага. Только догнать не можешь, почему? Почему не могу? Конечно, ты поехал. Я 90 еду. Ну так я поехал максимально. А что он меня показывает, как будто бы вообще просто в сюжетном режиме? Ну, по сути дела. Что сказать? Next gen. Да. Пукан бомбанула. Бомбанула! Бомбанула! Бомбануло! У всех всегда бомбит и все, у всех... Меня вон... Хорошо. Да, меня Лонка в стусовку приглашает. Меня тоже Лонка приглашает. Еще один очень... Да, еще один главный герой в нашей пьесе про ограбление. Кто, Лонг? Да. А он разве хотя бы раз был с нами? Эй, а что здесь, воздушного кармана нету, что ли? Блин, Вань, вот а ты видишь то, что я тебя дышу ровно в зад? Да, только догнать не можешь. А, ты видел это? Ух ты, я, короче, пару поворотов... Чёрт, здесь... Где вы? Здесь очень... Перметку убралась. Вань, главное не подохни, здесь очень много врагов. Я в бронированной тачке, они не могут меня убить. Так что ты сам лучше подохнешь. Ну ладно. Ну давай, мы пока здесь все порешаем. Главное не сдохнуть никому ни разу, слышите, ребят? Ну, это естественно. Нет, серьезно, давайте серьезно играть. А когда ограбление, там же можно ставить... ну вот сложность, там можно самую низку поставить, потому что это вообще ничего не решает. Там еще все в жизни будут. Не знаю, я поставил самую высокую. А с чего ты взял то, что не влияет сложность? Ничего себе, они... Вот, я ограбление прошел. Второе. С одной жизнью, и нам все тоже, тот же курс дали. Погодите, а кто подъехал сейчас? Я подъехал. А, подъехал все-таки? Да. Эта машина подъехала. Еба. Чё за... Да хера просто. Ребят, может мы что-нибудь будем решать или как? А я тут убиваю потихоньку, мне тут без заима неудобно немного. А вы без заима играете? Нет, ну у меня тачка бронированная, они убить меня не могут. Всё понятно. Так, которую ты еще вчера купил, да? Ну я, короче, потихонечку двигаюсь вперед. Я с того вместе. Она там вместе. Так, работаем. Еще появится и потом еще раз появится. Работаем командно.
Так, там дай до хрена машина. Так, тихо. Так, где, откуда? Там, сзади, быстрее. Помогаю. Ой. Жизни очень мало. У меня тоже мало. Ребят, прикройте кто-нибудь. Все. Бля, ну вы чё, можете спрятаться? Блин, Назар, ну ты чё творишь? Можете лучше в мою тачку сядьте и все, отстреливайтесь. Ну все, нам 10 лямов не дадут, точно. Завалили. Вообще-то, чтобы 10 лямов надо, надо одной бандой, кажется, приходить. Да, надо все время одной бандой проходить все ограбления. Я думаю, здесь очень жестко. Ну, короче, это жестко. Да ладно, блин. Давайте еще раз попробуем. Давай. А что нам нужно сделать? Угнать что-то или что? Да, самолет там в ангаре. Слушай, а может сразу угоним? Там не угонишь, там они будут ехать. Ну, я как бы... Давайте кто-нибудь один будет продвигаться, я попытаюсь улететь, потому что у меня пилотирование очень хорошо прокачано, я летать умею. Вот, а вы будете прикрывать меня. Блин, мне звонят. Все, погнали. Я только спросил. Все, погнали, я снова погнали. Чей гелик здесь стоит? Магазина. А что у вас магазин делает? А, ребят, а вы это самое? Кого там стоит? Да, это... Магазин, не обращайте внимания. Черт, меня уже стреляют? Вот, пипец, меня здесь уже стреляют. Черт. Что? Блин, в общем... А если, например, если кто-нибудь кроме меня поднимет? Да ты самое главное, ты не должен быть командиром. Я понял. Ну все, давайте, все. Больше вообще команда расстроит. Зачем я был готов стоять? А можно потом эти ограбления все заново проходить? Да, можно. А сейчас все заново. Прикольно. Только теперь я оказался. Теперь мне помню, что я в порядке всех проходил. Ну, короче, если все эти ограбления в порядке, я проходил, мне миллион выдать. Теперь я это... Ну, мы сейчас в порядке все делаем? Ну, мы да, идем. Да. Вань! Да я не помню, куда. Не догонишь, пошел ты. А что это? А, Джеймар вышел. Давайте, ходи, Вовти, короче, давайте это все, блин. Ну теперь уже в полном нашем составе, который уже точно гарантирован и никто никуда не свалит, мы продолжаем второе ограбление. Это уже вторая попытка, так как первую попытку мы полностью завалили, да? Ну да. Ну без меня. Да. Так что... Потому что у вас не было меня, так бы мы затащили вообще. Ну, просто. Да. Да, сейчас такой Окти сразу погиб. Да. Ну, потрачено. Так. Понятно. Короче, берем пакетики, ребят. Пакетиков здесь нет, к сожалению. Нет? Блин, а было в первом ограблении. Мы не справимся, у нас здесь нет пакетиков, мы не справимся, ребят. Ну все, я на них обиделся. А есть тут маска кошки? Тут нету маски кота вообще, блин. Мы просрём. Согласимся. Я готов. Я тоже уже. Всё. Кто там обвязался этим, как его? Лента. Мазь бипантен, да? Вы видели, как Ваня последний такой вышел? Я, ты чё? Да видели, такой хмур лицом. Ну. Такой взял нормально, мы тачку сел. Который недоволен на свою жизнь, да? Я решил взять машину побыстрее, чтобы ты, Вань, меня прям точно не обогнал. Давай.
Я снова возобновил запись, чтобы просто все порешать. Все, ребят, я уже на месте. Давайте вы там все решайте, я пока здесь постою. Спрячь. Ну, только самолет не заводи, пожалуйста. Окей. Нет, серьезно, в следующий раз отойдите тогда. Может, куда ты? Может быть, мы поиграем от первого лица? Нет, кстати, прикольно, наоборот. Отдачи только. Это, кстати, удобно, когда вот именно вот в таких вот моментах там получается
как шутер, и тогда удобно стрелять даже. Не знаю, я вот здесь у меня прицел. Конечно, если прицелиться нормально. То, блин, что за столб тупой, а? Тут вообще место неудобное такое, жесть. Ну здесь как бы безопаснее хотя бы, они со всех сторон не идут. Кстати, если пройти все ограбления от первого лица тут, или просто ограбления, там дают, по-моему, бонус 100 тысяч. В основном все идут, кстати, к нам сейчас. Смотри, с калашом пацан идет. Патриот, значит. Хотя американцы тоже используют автомат Калашникова. Все его используют, это лучший автомат в мире. Да. А у меня в инвентаре нет Калашникова. Он безотказный вообще. А здесь его, кстати, сделали каким-то хреновым. Ну да, его тут сделали хуже, чем особый карабин. Не знаю, я пользуюсь постоянно автоматической винтовкой. Я особым карабином пользуюсь. По-моему, самая нормальная вещь. Сидеть прям так одинаково, один я здесь в сторонке. Главарь, что ли? Ну, в общем, я как главарь... Так, всё, давай, взлетай. Ну, в общем, я как главарь должен обязан убить одного последнего чувака. Я взлетаю, потому что я пилот. Так, а что, там надо нам самолет садиться или что? Да, не, лучше не садитесь. А то сейчас опять... Иван, садитесь в мою тачку, нам покинуть сектор надо. Подожди. Короче, стоит. Ну я, в принципе, здесь лечу, здесь по особо машин-то и нету. Так, а куда теперь на... Это типа платиновая машина, да? Нет, это хромированная, я его покрасил. А, понятно. О, привет, ребят, я вас вижу. Ребят, а вы хотите Аллах Акбар? Ага, спасибо, ты такой самолет не угрон. Ну, как бы Аллах Акбар это и есть. Я кирюца, я вообще жопа. Кстати, в жизни же есть вроде похожие автомобили. И как их вообще тут, блин, видят? А куда мне нужно посадить это, блин? Ну, короче, почему мы на Ваниной тачке не приехали, не замочили всех этих? А куда мне лететь надо? Да-да-да. А, мне надо бы лететь в международный аэропорт. Он дымится, слышите? Он дымится. Я ничего с ним не делал, он просто дымится. Может, мы, наверное, по нему попадали, когда убивали врагов, слышишь? Ну, вот только сядь, когда нормально. Вот и все. Да ты чё, обижаешь? Я бабах. Какой бабах? Я профессионал. Какой профессионал? Я лечу от первого лица. Тут прям профессионализмом пахнет. Когда сажать будешь, от третьего сажать. Не, от первого посажу. Ну все, переза этого. Перезапуск? А спорим, я посажу? Вань, давай поспорим. Как мы поспорим, если ты от меня тысячи километров? Ребят, я тут прочитал то, что можно типа наблюдать за игроками, да? А там же нельзя. Можно, ай! Если мы остановимся. Короче, я лучше буду от третьего лететь. Хотя нет, я обещал от первого, значит от первого. Потом, Вань, а знаешь, как ты... Ох ты, я вижу это вообще. Слышишь, Вань, знаешь, как ты можешь проверить, как я летел ли я от первого лица или нет? Че? Знаешь, как ты можешь проверить, летел ли я от первого лица или нет? Посмотришь мое видео. Неужели? Вот это, слушай, это накрутка подписчиков от Никиты. Ты разоблачил мое имя, все. Разоблачитель. Ну, слушай, по-моему, Flame Mix, если тебя называть, то это как-то
Не как человека даже. Флеймикс, по-моему, больше средний род. Окей. Ну, в общем, ребят, первое лицо. Я отпустил шасси, не проверяю, отпустил ли их или нет, я не буду проверять. Я захожу на посадку. И он не опустил шасси. Ну? Сейчас видишь, это красная фигня летит? Да. Как-то быстро она как будто под колесами у машины пролетела и вылетела. Так, все, ребят, момент ожидания. Смотрите внимательно. В момент истины. Внимательно. Внимательно. Вы видели это? Нет, мы это не видели. Все? Он там весь дымится, они говорят, мы об этом позаботимся. Там. Так, так ровно закончили, 5 часов. Ровно закончили. Я кручу назад. А я не понял, а я что-то не понял, кому платину дали? А че это так, Ваня-то платину дали? Ничего себе, за это подготовительное задание 19 штук дали. Мне ничего не дали. Ну, в общем, это было эпично. И Вани бомбило. Бомбило. У всех бомбило. Мы не затащили. 10 лямов мы не получим. Но на этом серию можно заканчивать. Да? А то сейчас чувствую, Ваня до следующего ограбления не доживет. Ему нужно перерыв небольшой, да? Нет. Ладно, но я думаю, реально на этом серию можно закончить. С вами благодарим всех за просмотр. Не забывайте радовать нас своими лайками, а также подпиской на канале. С вами был Флеймикс, Мордвин, Окти, а также Назар. Да, Назар. Ну чё, всем удачи, всем пока. Чё сказать, всем удачи, всем пока. Давай, пока. Подготовительное задание. Я Ваню не слышу, я не слышу Ваню, видимо в туалет побежал, а то бомбануло, надо испустить все из себя. Он побежал в туалет бомбить. Скрытая бомбежка. Алло. Пришел.